Ауравиль мы покидаем поздно под вечер. Следующая наша достопримечательность находится в Чидамбараме, но ехать до города еще несколько часов. И вот, наконец, приехав поздно вечером в свой отель, мы сталкиваемся лицом к лицу с другой Индией. На ресепшене неожиданно выясняется, что цена, указанная в нашей распечатке брони на букинге, на самом деле не является той ценой, за которую нам готовы сдать посредственные по качеству номера. Портье что-то рассказывает нам про городской налог, который якобы не включен в стоимость бронирования, указанной на сайте. Показываем распечатку, в которой указана конечная стоимость и нет ни одного слова про налоги. По правилам сервиса, если гостиница не включает местные налоги в стоимость, она должна указывать об этом на сайте, чтобы Booking корректно формировал подтверждение бронирования. Но никакие доводы на персонал не действуют, потому что наглые мошенники понимают, деваться нам все равно некуда. Ходить по городу и искать свободные номера мы не в состоянии, да и вряд ли что-нибудь у нас получится в столь поздний час. Разговаривают с нами в довольно хамском тоне. Влада делает последнюю попытку восстановить справедливость, требует у персонала телефон хозяина. Ей, конечно, дают какой-то номер. По телефону собеседник извиняется за грубость своего персонала, но повторяет слово в слово то же самое. Еще один распространенный вид гостиничного мошенничества в Индии – это заявить сервису Booking о том, что вы не заезжали в отель, когда вы оттуда уже съехали. Делается это для того, чтобы сервис списал с вас штраф в пользу отеля за незаезд. Таким образом, наглые коммерсанты наживаются на вас дважды, а вы потом рискуете ничего не доказать. Поэтому имейте это в виду, путешествуя по Индии, и обязательно сохраняйте все чеки гостиниц. В будущем, при разбирательствах, это поможет вам отстоять свою правоту. Сама по себе добродушность индусов, на мой взгляд, не всегда честная. Да, эти люди любят деньги, развести пытаются как могут, что при этом, кстати, они не воруют, как я понял. То есть там можно спокойно гулять с сумкой и не бояться, что какой-нибудь местный байкер ее вырвет. А вот развести то, что человек платит за свою глупость, это для них, наверное, нормально. Карме это не вредит. Вот правда, что цыгане произошли от них. Вот действительно, я это понял. Впрочем, никакие мошенники и обманщики не могут испортить впечатление о прекрасной, многоликой, мудрой и такой разнообразной Индии. На следующее утро мы отправляемся в главный храм этого города, который называется храмом Шивы Натараджи и посвящен танцующему Шиве. Мальчик, нанявшийся к нам гидом, рассказывает, что корень чит в названии города переводится как знание, а амбаром – расширение неба. Иными словами, название можно перевести как расширение сознания. И именно поэтому Чидамбарам считают ни много ни мало центром Земли. По легенде, очень давно именно на этом месте находился лес Тилай. Шива явился туда, чтобы станцевать свой танец для великих аскетов, живших в лесу и поклонявшихся ему. Богиня Кали, считавшая лес своим владением, естественно, не понравился этот визит, и она вызвала Шиву на танцевальный поединок. Проигравший по условиям должен был покинуть лес. Оба танцора были настолько хороши, что не уступали друг другу в мастерстве, пока Шива, наконец, не решил исход поединка выпадом ногой, закинутой за голову. Кали не решилась повторить подобный номер, и Шиву признали победителем. Это место было центром поклонения Шивы еще с древнейших времен, когда король династии Чола Вира Раджа построил здесь храм. Однако нынешнее здание храма было построено только в 17 веке. Шиваисты по понятным причинам очень почитают это место и искренне верят, что одно только его посещение ведет к мокше, то есть к освобождению. С этим местом связана удивительная легенда.
Кашмирский царь Симха-Варман II, правивший в середине VI века, приехал сюда, чтобы искупаться в священном пруде древнего храма. Царь страдал от ужасной болезни, от проказы, и посещение этого места было его последней надеждой. Когда же его вера удивительным образом оправдалась, он вложил огромные средства в реконструкцию храма. Из Кашмира царь переселил сюда около 3000 браминов, потомки которых якобы до сих пор служат в этом храме и действительно по внешнему виду очень отличаются от коренного населения штата. В этом месте все пропитано символической нумерологией. Например, в 108 движениях божественного танца заключено 108 законов бытия. Крышу храма поддерживают 64 деревянные балки. Она состоит из 21 600 черепиц, которые удерживаются 72 тысячами гвоздей. Деревянные балки символизируют 64 вида искусства. Количество черепиц означает число вдохов человека за сутки, а число гвоздей соотносится с ритмом человеческого сердца, то есть 72 удара в минуту, которые считаются идеальным пульсом. Зайдя внутрь храма, я неожиданно попадаю к началу мистического ритуала пуджи, который о совпадении проводится для русских туристов. И это не просто мои соотечественники. Среди участников генеральный директор ОМ-Турс Инесса Семеновна, к которой я обращался для организации этой поездки, из которой сотрудничество у меня не сложилось. Порой Индия поражает невероятными пересечениями, которые неизменно ставят в тупик и заставляют задуматься о том, как же такое возможно, чтобы среди миллиона вариантов и миллиарда путей неожиданно пересеклись дороги людей, которые однажды не захотели ехать друг с другом в Индию. Дословно, пуджа – это обряд жертвоприношения. Человек обращается к девам с конкретными просьбами, но для того, чтобы получить благословение, необходима священная жертва. Идеей жертвенности пропитан весь ведический индуизм. Согласно ведам, весь наш мир произошел из жертвы прачеловека Пуруши, и из жертвы мы как бы совершаем главный акт любви. Теоретически, жертвой может быть все, что угодно, от простых фруктов до нечто большего. Важен не сам предмет, который вы жертвуете, а его ценность для вас. Частью обряда является ритуал продакшина – хождение вокруг жертвенника по часовой стрелке с колокольчиком или свечой. Он символизирует движение солнца вокруг Земли. Мифологически, возникновение продакшины связано с мифом о соревновании Ганеши и Сканды в борьбе за старшинство. Согласно мифу, Сканда сел на своего павлина и отправился вокруг Вселенной, а Ганеша обошел вокруг Шивы и сидящей рядом с ним Парвати и заявил, что весь мир для него содержится в его родителях. После этого совершается обряд, в конце которого дары Богу непременно трансформируются Агни Богом огня. Привычная внешняя форма разрушается, обращаясь в пепел, символ смерти и разрушения. Но именно через разрушение и смерть и возникает энергия для новой жизни и очищения. Потолок храма расписан невероятно красивыми сценами с изображениями из Махабхараты. Вот перед нами 5 братьев Пандавов, в центре знаток дхармы Юдишхира, по краям от него братья Накула, Сахадева, носители знания о врачевании, великий богатырь Бхима и искусный лучник Арджуна, гордость учителя Дроны. А вот перед нами центральный сюжет Бхагавад-гиты, где Кришна предстает по просьбе Арджуны в своем истинном обличии, являя одновременно лики всех божеств. Делает он это для того, чтобы укрепить веру Арджуны на Курукшетре и передать ему знания о дхарме. Thank you.
назвать индийскую кухню экзотической у меня не поворачивается язык. То есть страна живет по принципу «щи да каша, еда наша», но при этом это все очень-очень острое. Поэтому мне было очень трудно. Рис – основной компонент этого всего. Я не считаю рис полезным продуктом, поэтому я, в принципе, его даже стараюсь не есть. Там приходилось. Ну, как бы обижать людей, в принципе, нельзя из-за этого гостеприимства. Вот. И рис, соус и кукурузные лепешки – это основная составляющая их кухни. То есть они готовят каши там, с горохом, с нутом, там, еще с чем-то. Это редкость. А так у них основа всего является рис. То есть рис и соус. Вот это все их еда. Если вы хотите какой-то экзотики, вот езжайте в туристические места, там вам омаров там приготовят и все остальное. Сами индусы это не едят, как я понял, потому что этого даже нет в местных ресторанах. Мы в дорогие как бы не ходили туристические, мы ходили в местные. Это является очень большим показателем. Во-первых, в Индии нет мяса. Товарищи мясоеды, помните об этом, возьмите с собой мясо. Или хотя бы запах его. Я не знаю, почему они... такие острые специи используют. То, что это что-то пропадает, и они специями посыпают, я не думаю, откровенно говоря, потому что это до такого состояния надо довести рис, чтобы он пропал. И учитывая их бедность, они съедают это быстрее, чем готовят. Вот. Ну, наверное, поэтому от этого риса, вот действительно, я так считаю, и от кукурузных лепешек, я не встречал мужчину с прессом. То есть все мужики там от мала до велика, они как беременные. Ну а теперь маленький лайфхак от нашей программы «В отпуск». Если вы будете проездом в Чидамбараме, и вас утомит посещение храмов и культурных достопримечательностей, и очень сильно потянет к экзотической природе, вот вам одно такое место, где вы сможете взять на прокат лодку вместе с услугами гребца и, уютно разместившись на борту рыбацкого суденышка, наслаждаться морем и закатом уходящего дня. Как это по-индийски, оказавшись в лодке и отплыв на середину реки, начинать торговаться с лодочником о стоимости поездки? Но похоже, что от этого процесса все получают огромное удовольствие, включая и самого гребца. А в конце, сойдя на берег, мы наконец-то приземляемся в Индии. Приземляемся ментально, по-настоящему. Индия входит в нас, отключая все предрассудки, растворяя остатки московской суеты. И каждый из нас по-своему светится счастьем в этот замечательный вечер. Как хотелось бы сохранить это состояние безмятежности и расслабленности подольше, увести его с собой в Москву, а лучше остаться здесь еще на какое-то время. Но вот ты опять думаешь, а значит, начинаешь грустить, шепчет мне теплый индийский ветер. Пустые хлопоты из-за трифового разговора.
неожиданная злость на болезнь собственного короля. Горькие слезы из-за злодейки-разлучницы. Вот она, разлучница. А какая она? Брюнетка? Брюнетка. Средней упитанности. На руке часы. Часы. Точно. Секретарша. Все совпадает. Карты милые не врут. По пути из Чедамбарама водитель завозит нас к своим старым знакомым. Это деревенские колдуны, но себя они так не называют, и вот почему. Согласно знаменитой легенде, 2000 лет назад древним мудрецам открылось знание о судьбе всех будущих, ныне живущих и ранее живших людей. И они описали судьбы всех людей на бумаге из пальмовых листьев в стихах на тамильском языке. Все листья с надписями распределили в соответствии с отпечатками пальцев по огромному числу категорий, включающих общие совпадения отпечатков. Полный список составил 80 тысяч записей, и со всех листьев были сделаны копии. А вот теперь начинается самое интересное. Что же, уйдет к ней? Да, прикидывает, как бы смыться. Ну, все. Сколько им должна? За гадание на картах или на бараньей косточке я беру 10 рублей за сеанс. Не убивайтесь, милый. Я ведь могу приворожить к вам мужа обратно. Научным методом. Приворожите. Верните мне мужа. За приворот жены к мужу 15 рублей. За приворот мужа к жене 50 рублей в новых деньгах. Прохорова, если от меня пойдут искры, не пугайтесь. А я не взорвусь. На всякий случай отодвинься немножко, отодвинься. Вот так. Так, включаю агрегат. Настраиваюсь на объект. Объект сопротивляется. Бизнес этих людей заключается в том, что они якобы имеют библиотеку из всех этих записей. И за скромную плату в 5000 рупий они готовы по отпечатку большого пальца и дате рождения предсказать нам будущее. Дальше нам рассказывают про целую науку. У женщин берут отпечаток большого пальца левой руки, у мужчин правой. По отпечатку находятся похожие рисунки, которые соотносятся со стопкой из 50 листов, из которых выбирается один, наиболее подходящий по общим чертам рисунка. Все это священнодействие, естественно, происходит за кулисами в неведомой большой библиотеке, которая чудесным образом умещается в маленькой деревенской хижине. Мы некоторое время спокойно ожидаем, пока Олю и Наташу отводят в отдельные комнаты. За это время нас услужливо угощают чаем. А тем временем бородатый человек, по виду классический мудрец и знаток астрологии, готов ответить на любые Олины вопросы о будущем. Ну, почти на любые. На ее попытки задать мудрецу вопросы о прошлом, тот вежливо уклоняется, мол, вы пришли сюда за будущим, к чему праздные вопросы о том, что уже и так свершилось. Тогда Оля пытается задать конкретные вопросы, волнующие ее в данный момент, но от вопросов, на которые надо предоставить ответы с конкретными именами людей или событиями, известными только Оле, этот человек тоже уклонился. Вопросы, на которые все-таки готов дать ответ наш хиромант, относятся к серии «Будет ли у нее муж?», «Родит ли она мальчик или девочку?» и прочее в подобном роде. Можете быть покойны. Будет сидеть около вас, как приклеенный. Спасибо. Не благодарите, а то не сбудется. Что вы? Сплюньте скорее, сплюньте, сплюньте. Идите. Что с вами? За каждый ответ хитроумный мудрец требует по 500 рупий или 5000 рупий за все. В общем, жадность и расчет на наивную деревенскую публику сгубил этих чудо-предсказателей. Эти, ну,
психологический баланс, когда человек нервничает, да, и это видно, то есть отражается в теле, он дергает ногами. То есть он сидит, и это... Нам становится окончательно ясен весь нелепый план их мошенничества, и мы покидаем хижину хиромантов. Соедините меня, пожалуйста, с секретарем парткома. Товарищ секретарь, с вами говорит некто Иванова. Скажите, пожалуйста, у вас работает инженер Прохоров? Ну вот, он попирает нормы поведения советского человека. Он хочет бросить жену, хочет разрушить советскую семью. Научите его, пожалуйста, уважать наш моральный кодекс. Ну что вы, это мой долг, моя гражданская обязанность. Тебе сейчас 35 лет. Я говорю, серьезно? Как вы это выяснили вообще, по дате рождения или там это написано? Так смешно, значит, вам 35. Окей, хорошо, мне 35. Да, это так. А зачем за дату рождения, извините, написала? Да, да, да. В общем... Ребята, это не то. Да, первая встреча. Наконец-то вы попали. Конечно же, вы только сюда могли попасть, потому что здесь ваши листья лежат. Дорогие ребята, как мы рады вас видеть. Наконец-то мы вас ждали. С каждого из нас они получили 5000. Они ничего, они не могут ничего. Автор выражает признательность Владе Белимовой за организацию поездки по Тамил-Наду и рекомендует ее в качестве гида по Индии.